Книга «Открытым оком», том 23, тема «Канонизация», вопрос 3513. С чем связано такое страстное желание каждой епархии, почти каждого храма иметь своих канонизированных святых? Разве же известных недостаточно? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это связано с неверием в достаточность Бога для спасения. В этом явно выражено неверие в Священное Писание. Еще и неизвестно, святые ли признанные святыми, а те, которые действительно святые, они были такие же, как и мы. Деяния 14.15. Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от всех ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них. Иакова 5.17. Илия был человек, подобный нам. Кавычки закрыты. Апостолы и при жизни все чудодейственное относили тут же к Богу. Деяние 3.12. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь сему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит?» Псалом 113.9. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей». Кавычки закрыты. Где истинна вера в Бога, там общая молитва к Богу. Ни в одном месте Писания мы не находим того, чтобы люди молились умершим. Говорю уже про Новый Завет, Деяния 4.24. Они же, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Боже, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Кавычки закрыты. Притом, если бы желали иметь ходатайств на небе по указанным признакам, а не по вывертам юродивой психики умершего и своей. Евреям 3.17. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Кавычки закрыты. Соответствующим этим признакам за последние годы был только один человек, и то отчасти архимандрит Макарий Алтайский Глухарев. Один на всю Россию. До этого канонизировали митрополита Иннокентия Вениаминова, просветителя северных народов, и Николая Японского, Касаткина. А их-то меньше всего и знает народ сегодняшний, и вообще их канонизируют не по просьбе народа, как сейчас Домнушек и Олюшек. 1 Коринфянам 4.5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения». И тогда каждому будет похвала от Бога. В природе столько новых заковык, открыто в поисках, в слепых экспериментах. Живут среди горилл, примат к тому привык, географическое общество на лентах. И ни полслова не вплетут в хорал, которым птицы восславляют Бога. У Иеговы чудо злой масон украл, хоть эволюция тут ни с какого боку. И столько съемок чудных фотографий, где птицы, насекомые, зверье, любого возраста смотрящий будет ахать, первоисточнику мишкам повернет, о клювах фильм и о когтях сумели снять крупным планом смерти торжество, а рассуждения там по таракани мелкие, само, мол, выпарилось как-то под листвой. Про ящеров, отмерших динозавров, про сотни миллионов прошлых лет – безбожно глупо умники базарят, в свидетели брехни берут скелет, но и хитер, укравший чудо-вор, на коем шапка тут же изгорает, дежурит у гнездовий и у нор, и у Везувия, у самой бездны с краю. И обо всем, что снимет оператор, безумно глупые тупые рассуждения, сам по себе с кипящей лавой кратер. Но, Боже, перст мы никуда не денем, все формы жизни, качества алмазов несут печать любви и совершенства. Учением Дарвина спешат мозги замазать и для Творца не оставляют места. В глубинах моря чудища морские несут печать премудрости Господней. Шатер любви небесной он раскинул. На всех корнях печать его находим. 14 сентября 2007 года. Игнатий Тихонович Лапкин.